себе. Любовь к себе – это тотальное уважение и умение выбирать себя в первую очередь. И я здесь проговорю, я даже не помню, кто это сказал, но это важная фраза, которая гласит так. Говоря «да» другим, посмотрите, не говорите ли вы «нет» себе. И действительно, если вы начинаете говорить «нет» себе ради того, чтобы заслужить любовь других людей, это тотально не про принятие себя. Не про принятие себя. И истинная любовь к себе – это когда я делаю то, что мне нравится, и то, что мне хочется, когда я не подстраиваюсь и не пытаюсь заслужить любовь других людей, и не пытаюсь заслужить любовь мамы и папы в базе. Как это в обычной жизни происходит? Например, вот, давайте вот просто прям какие-то базовые примеры. Вы начинаете встречаться с мужчиной, например, да, и, как правило, вы перестаете жить в центре своей жизни, вы начинаете жить на обочине его жизни. Почему так происходит? Потому что я хочу, чтобы он меня любил, ценил, уважал. Но когда у вас нет базового принятия себе, к себе, вы этим занимаетесь. Если у меня есть базовое принятие к себе, и я такая, какая есть. Да, вот я там сегодня тоже мужчине с утра такая потанцевала, на видосик отправила. И где-то какая-то часть моя говорит, блин, ну подумай, что я чокнутая, блин, женщине 40 лет, она танцует видосики. Но мне глобально похрен, потому что я по утрам танцую, я такая, какая есть. А когда мы действительно, ну, например, знаете, там куча курсов там или каких-то там 20 способов, чтобы он сделал тебе предложение. Вопрос-то в том, да, вы пытаетесь быть кем-то ради другого человека, не любя себя, предавая себя, и тогда, выходя там за него, например, замуж, он получает на самом деле не то, что он видел до замужества, а вас другую. Поэтому, если вы яблочко, будьте, блин, яблочком, будьте, блин, яблочком. Не надо пытаться соответствовать его ожиданиям относительно женщины, понимаете? И вот история любви, вот опять же тоже тест вам такой, подумайте, когда вы в отношениях, вы хотите быть чуть-чуть лучше, а для него, понимаете? Или все-таки вы кайфуете от себя такой, какая вы есть? И как только вы начинаете, вот, например, знаете, вот там на свидание сходили, вечером лежите, и задайте себе вопрос, вы сейчас о чем думаете? Как он о вас подумал? Что он о вас сказал? Как он отреагировал? Все, вы на обочине чужой жизни. Ваша задача, ну вот, истинная любовь к себе, это вы лежите и думаете, как классно вообще, и мне так прикольно, что я могу быть настоящей, понимаете? И вот эта настоящесть, я вас уверяю, она на самом деле в сегодняшнем времени очень ценна. Сейчас люди гоняются за этой настоящестью. И поверьте, даже если вы, например, не знаю, пьете чай в пакетиках, а потом этот пакетик кладете на стол, и все растекается, не надо ради него пытаться этот пакетик не класть. Ну, это такой прям банальный пример, да? Понятно, что вы должны работать с собой, изучать этикет и прочее, прочее, прочее. Но если вам кайфово это делать, как, знаете, у меня однажды были отношения еще до замужества лет 15 назад, и тогда вот эти только йогурты Activia появились, помните, йогурты Activia? У меня была дурацкая привычка, я сейчас от нее, конечно, уже избавилась, но был смысл такой. Я так брала, открывала активию, вот эта вот штука верхняя, знаете, и на ней все время был йогурт. Я, а да, йогурт слизывала. У меня был молодой человек, он говорит, Юль, ну блин, ну пожалуйста, она не делает так. И мать раздражала. Ну мне так было вкусно, понимаете, я такая, какая я есть, я не могу стать другой. Я, ну там условно, да, яблоко, я не могу ради тебя пытаться быть ананасом. Ты меня либо ешь такой, какая я есть, либо не ешь. Да, ну вот здесь так. И вот важно это понимать, что когда вы любите, цените, уважаете себя, вы в базовой комплектации признаете, что вы уже самый лучший. Да, вы эту комплектацию меняете, улучшаете, но вы это делаете опять ради себя, не ради общества, которое вас похвалит, не ради других людей, не ради вашего партнера, не ради чего. Вы это делаете ради себя, потому что вам кайфово развиваться, потому что единственное, зачем вы пришли в этот мир, по сути, развиваться и выходить на новый уровень. Не поверьте, тогда вы действительно сможете найти ваших партнеров, ваших людей в команду, ваших, там, ваши взаимоотношения, да, когда вы будете настоящими, а не пытаться куда-то, вот мы недавно с Машей, Маша на эфире, мы с Машей тоже недавно эту тему обсуждали, да, мы можем пытаться быть
там, не знаю, грейпфрутом, но если мы в базе такие, какие мы есть, к нам придут наши люди, они будут с нами, наши люди, понимаете? И вот это очень важная история, да, никто с нас не снимает ответственности себя развивать, но себя развивать из любви к себе, а не из надо другим людям, чтобы это было. Поэтому любите, цените, принимайте, уважайте себя. И вот это вот очень-очень важная история, потому что мир сейчас немного помешан на этой базе любви к себе, но это действительно так. Почему? Я очень часто на своих эфирах, ну вообще на своих там расстановках говорю, мы сейчас сами пришли в новую эру любви, новую эру отношений, в четвертое измерение. А в четвертом измерении самая базовая история – это любовь, да? Четвертое измерение – это четвертая чакра. Мир сейчас перешел на четвертую чакру. Мир там вместе с чакрами развивался. И вот эта четвертая чакра, она действительно про любовь. А любовь – это истина, что вы можете нести в мир. И поверьте, вы сегодня имеете столько денег, вы сегодня имеете столько возможностей, вы имеете сегодня столько радости в вашей жизни, сколько у вас любви. А найти эту любовь вы можете только через принятие себя такими, какие вы есть, через то, где вы настоящие и прочее, прочее, прочее. Расскажите, как относиться к будущему материнству, вообще родительству в новом тысячелетии. Да, хороший вопрос, но он тоже связан с любовью к себе. Смотрите, глобально, если мы говорим про мамочку и про ребенка, на протяжении миллионов веков, что происходило? На протяжении миллионов веков, тоже люблю себя, видите, у меня эфир прямой, а мне тут надо ножку помазать, и я такая ножку мажу. На протяжении миллиардов веков что происходило? Женщина всегда жертвовала собой ради детей, да, то есть это было точно так же, мы всегда находились в состоянии, вот кто придет на мой марафон, женщина нового тысячелетия, я прям подробно мы там об этом говорим, да, мы уходим из этой жертвенности. И здесь важно понять, что очень часто женщина себя предавала ради ребенка. Мы рожали детей, чтобы удержать партнера, мы рожали детей, потому что надо было социум, мама сказала, все просят и прочее. Так вот, первое, что я хочу сказать про детей. Рождение ребенка, оно в первую очередь связано с вашим принятием и любовью к себе. Почему? Потому что когда вы любите, цените, уважаете себя, в вас есть энергия. Смотрите, вы наполненный сосуд, ну давайте там 100 условных единиц. Когда вы любите себя, вы эти 100 условных единиц, которые нужны для вашей жизнедеятельности, никуда не даете. И постоянно вырабатываете новую энергию. У вас уже начинает появляться 120 условных единиц, 180 условных единиц. И тогда, когда вы идете, например, в миссию, вы отдаете излишек того, что у вас появилось, 80-20. И вот рождение ребенка в новом тысячелетии, в новой эре любви, оно прямо пропорционально тому, насколько у вас есть излишек энергии. Самое здоровое состояние – это когда вы идете беременеть, идете рожать, потому что у вас избыток энергии, избыток энергии. У меня вчера была консультация, там, знаете, по дизайну человека, там, какому-то нумерологии и прочее. И он мне говорит: Юля, у тебя, ну, там, у меня какие-то три штуки, вот кто разбирается в этих воротах дизайн человека, он мне говорит: у тебя там три штуки, у тебя, ну, реально батарея работает на избыток. Тебе, говорит, ну, можно хоть 20 детей родить. У меня настолько мощно работает эта тема на избыток, что у меня там прям, ну, быстренько она такая разыгрывается, разгоняется. И вот здесь это важно понимать, да, важно уметь сначала выстроить свое поле, а потом рожать ребенка. Тогда у вас не получится, что ваши 100 в ребенка родили, он вас 50 отсосал, вы его начали кормить грудью, он еще 50 отсосал, и вы лежите, у вас такая послеродовая депрессия, вы думаете: бляха, лучше нахрен сдохнуть, понимаете? И тогда у вас материнство превращается в жертвенность. И тогда дети потом больные растут, да, с мужем все ругаются, здоровье, блин, к нахрен, к черту валится. Так вот, когда вы научитесь это чувствовать, когда вы начнете сохранять свои, ну, это я даже не границами назову, а свою эту энергию и делать из избытка, тогда у вас что-то получится. А для этого нужно научиться любить себя. 20 числа я вас всех обязательно жду на марафоне «Люблю себя». Обязательно приходите. 20 числа на мой марафон, расстановочный марафон, глубокий, 7-дневный, мощнейший марафон «Люблю себя». Мы там берем ресурс и тотемного животного, и родителей, и кармических, и родовых историй. Да, а для того, чтобы я любила себя, была наполнена, вот мне, девочки, вы пишете, какие должны быть привычки. Базовая привычка, вы знаете, прям базовая честность. Это честность к себе, когда вы говорите: а я хочу это делать или не хочу.
Потому что когда вы делаете из надо, все, кому нахрен надо, понимаете? Как только вы говорите, мне надо, все, сразу спросите себя, кому надо, мне сейчас что надо? И похрен, что подумают люди, вот похрен, фиолетово, что подумают люди. Когда вы убираете полностью тему, что обо мне скажут, когда вы убираете полностью тему, я хочу заслужить... В марафон онлайн нет. А, знаете, у нас как марафоны проходят? Либо на GetCourse, либо в Telegram-канале, в Telegram-чате. Там у вас поддержка и прочее, прочее, прочее. Приходите обязательно. А, как сделать любовь к себе привычкой? Вот, я рассказываю, да? Первое, честность с собой. Второе, перестать пытаться удовлетворить других. А знаете, что будет происходить? Вот у меня марафон «Люблю себя» или вот сейчас вы мой эфир послушайте. Знаете, что будет происходить? Люди, которые у вас в пространстве, они привыкли, что вы заслуживаете любовь. Вы такая, блин, хорошенькая, морошенькая и прочее. А вы тут говорите, да не хочу, идите нахер, не хочу. И люди начинают возбухать. Почему? Потому что у них был сосуд на 100. Они как липучки его жрали, а вы тут такая говорите, идите нахер, нет, нахер, нет, нахер, нет. И они начнут возбухать. И представляете, эти вампирюги, немножко жестко сегодня, у меня сегодня такое настроение, конечно. Вот, эти вампирюги начнут отваливаться. Вот, поэтому с чего начать? Это честность по отношению к себе первое. И второе, это не делать то, что не хочется. Понятно, что у вас есть какие-нибудь там истории, где вам, ну, так или иначе, есть какие-то вещи, там, вот, знаете, а то я вот ребенок в школе, а я такая, не хочу его забирать. Ну, и, кстати, классно, я не хочу его забирать. Ну, я найму таксиста, да, водителя, который припадет, его заберет. Но здесь главное не снимать ответственность, да, ну, например, если у вас есть базовая обязанность, там, на работе, то вы такая утром встали, не хочу на работу. Ну, понятно, что, наверное, кто-то должен за вас это сделать, там, нужно договориться и принимать взрослую позицию. Ну, и, опять же, из честности и взрослой позиции. А нахрена вы там работаете, если вы туда хотите, не хотите ходить, да? Здесь тоже это очень важно понимать. Но в базе своей глобально мы не снимаем ответственность, но мы не делаем то, что мы не хотим, да? А марафон 20... Здравствуйте, Юля, время беременности. Можно еще наверстать любовь к себе, когда буквально 1,6 года? Можно, можно, нужно. Почему? Потому что мама генетически до 8 лет передает все ребенку. Все ребенку. На самом деле я всегда говорю, что дети болеют болезнями мамы. Да, в 20% случаях папы, в 80% случаях мамы. Поэтому, если вы беременный, на марафон «Люблю себя» срочно записаться. Если вы беременный, на вебинар «Дети нового тысячелетия» срочно записаться. Обязательно. Надо, наоборот, с этим работать. Обязательно с этим нужно работать. Понимаете, да? Поэтому наша сейчас с вами задача, как женщин, вот опять же, я вас зову всех на этот, у меня еще есть марафон «Время быть женщиной». Вы знаете, вот женщины на эфире, мужчин уж простите, но так, мы с вами живем в уникальнейшее время, мы реально живем во время женщины. Это впервые за много миллиардов веков, когда женщине стали давать слово, женщине стали давать энергию, женщину стали воспринимать в мире и в обществе. Но, к сожалению, миллиарды веков мы себя считали помойкой. К сожалению, нас раньше можно было обменять на мешок картошки. Да, к сожалению, так. Но когда мы наконец с вами вспомним, что женщина — это тот человек, который привносит в мир жизнь. Женщина — тот человек, который дает возможность новому человеку появиться на свет. Женщина — это проводник Бога на земле. Когда мы это вспомним, очень многое наконец-таки поменяется. И здесь это очень важно понять. Мы все выходцы из наших мам. Мы все выходцы из лона женщины. И когда мы это начнем ценить, мы начнем ценить женщину глобально. И тогда мы начнем рожать здоровых детей, у нас будут строиться здоровые, счастливые, гармоничные отношения. Мы будем выходить на новые уровни, понимаете? Добрый день, мы хотим ребенка, но у нас никак не получается. Вроде все хорошо со здоровьем, но нет, не хочет малыш к нам идти. Смотрите, почему женщины, у меня, кстати, часто бывают такие кейсы, обязательно приходите на расстановку, прям хорошая тема для проработки. Почему мы часто не можем забеременеть, да? Например, вот прям вот мой кейс. Мой папа, когда рожался, он был 7-м ребенком в семье, и во время родов его мама умерла. То есть моя бабушка по отцовской линии умерла во время родов. Что у меня в моем сознании? Роды — смерть. Да? Замужество — смерть, ребенок — смерть. И тогда я бессознательно не хочу замуж, не хочу рожать, не хочу
беременеть, понимаете? И здесь очень важно понимать, очень часто у нас родовые кармические системы не хотят нас пропускать, там, допустим, в беременность, потому что, что, я бессознательно могу думать, что если я забеременею, начну рожать и умру, да, потому что у меня так было с бабушкой. И вот важно понимать, что вот эти все истории, когда мы не можем забеременеть, когда мы не можем родить, они в огромном количестве случаев идут из родовой кармической системы. А вспоминайте, миллиарды веков у нас медицина была не того уровня, действительно много детей погибало во время родов, много женщин погибало во время родов. Это такая базовая история, с которой нужно работать, чтобы забеременеть, да. Не надо ходить к докторам, не надо пить эти таблетки, даже не надо на эко ходить. Придите на расстановку, проработайте эту тему. Она реально выходит, вам надо просто растождествиться с какой-то родовой или кармической историей, где во время родов женщина умерла, да, или ее убили, или, может быть, знаете, еще бывают истории, когда она была суррогатной матерью, у нее забирали детей, да. Ну, огромное количество. Или она была беременна, ее избили, она умерла, да. Там, где есть слепка, что беременность — это смерть. Поэтому работайте с этим и признавайте, что мы живем в другое время. Сейчас можно рожать в 40 лет, в 50 лет и дальше. Так, дальше читаю ваши вопросы. Здравствуйте. Если взрослый сын по глупости попал в тюрьму и там начал играть в карты, сам понимает, что доставляет нам большие неприятности. Я, естественно, ему помогаю. Близкая подруга сказала, что я не люблю себя и жертвую. Ну, давайте так, мы, конечно же, наших детей не бросим, особенно если они в тюрьме, да, но здесь важно понимать, почему наши дети никак не хотят взрослеть, да. Ну, вот давайте честно, попасть в тюрьму, играть в карты — это такая достаточно детская позиция. И, ну, просто ребенок находится в детской позиции. Что такое детская позиция? Когда я в детской позиции, у меня нет ответственности. Ну, то есть глобально, когда я там иду, например, ну, условно, да, и там вот мне захотелось кому-то по башке топором двинуть, я дал. Но ответственности никакой не вижу. Да, это такая детская инфантильная позиция. И почему ребенок находится во взрослом возрасте в детской инфантильной позиции? Потому что мамочка его не отпускает. Мы уже много раз с вами говорили, ну, кто со мной давно, да, мы много раз с вами говорили, что у матери безусловная любовь. Маме действительно сложно ребенка отпустить. Но поверьте, если вы однажды ребенка выставите на улицу и скажете: слышь, ты вырос, иди, у него ответственность появится. А пока мамочка решает за него вопросы, вот у меня, я, честно, тоже такая мать, у нас Макар, знаете, привычка. Он приходит, Макар — это мой сын 10-летний, он приходит, он портфель бросил, обувь бросил, вот это идет в ванну, вот это по дороге вещи бросает. Почему он это делает? Потому что ответственности ни хрена нет. Потому что мамочка у него как курица, ходит за ним, только эти вещички подбирает, понимаете? А когда мамочка ему скажет: так, Макар, давай-ка, блин, сейчас это, со своими вещами разбирайся, тогда что-то начнет меняться. Также и здесь. Если вы продолжаете убирать за своим ребенком вещи, он никогда не научится убирать. Если вы продолжаете проживать жизнь за своего ребенка, обеспечивать ему его всем, он никогда в жизни деньги не начнет зарабатывать. Поэтому матери это очень тяжело, но действительно маме иногда нужно просто сказать: пошел-ка ты на улицу, давай иди работай, грубо говоря. Это больно, неприятно, но это дает возможность к росту. Да? Здесь метафорично я приведу пример, когда ребенок рождается из матери, ребенку больно и матери больно, но если он будет продолжать сидеть в животе у матери, и мать умрет, и ребенок умрет. Поэтому не перенашивайте ваших детей, да, не перенашивайте ваших детей во взрослом возрасте. Если ребенку 20 лет, и он до сих пор живет с вами, ну, это преступление, вам реально и вам, и ему не очень хорошо. Может быть, причиной того, что я не могу забеременеть, мой страх, что я боюсь, что нам не хватит денег на ребенка, или, например, причина в том, что я считаю себя плохой мамой. Да, может быть, вот эта тема «нам не хватит денег на ребенка», она тоже четко стоит, потому что действительно умирали от голода, да, может быть, в вашем роду или в вашей семье не смогли прокормить детей, дети умерли от голода, и вам тогда тоже очень страшно. И здесь тоже важно понять, мы живем в другое время, в другой цивилизации, и уже не страшно, да, абсолютно не страшно рожать, и даже не страшно, что дети умрут от голода, уже от голода никто не умирает, поверьте, уже, ну, как бы у нас переизбыток производства, если во времена блокадного Ленинграда еды не хватало, у нас сейчас тонны еды сжигаются регулярно, да, потому что мы не успеваем съедать все, что вырабатывает наше производство.